В ходе переговоров были обсуждены риски и угрозы безопасности. Со своей стороны, хотел бы отметить, что нынешняя ситуация в мировом сообществе продолжает оставаться сложной и напряженной. Пользуясь возможностью, хочу подчеркнуть, что Таджикистан выступает за решение всех противоречивых и конфликтов мирными путями. Мы выражаем свое удовлетворение уровнем и содержанием плодотворного сотрудничества с Азербайджаном в сфере безопасности. В этом контексте важное место отводим борьбе с терроризмом и экстремизмом, проявлениями радикализма, транснациональной организованной преступностью, включая киберпреступность и контрабанду наркотиков.